ее не остановить. Процесс необратим. Тайлер. Осуждаю. А с нулевой даже не успел попердеть. Так нет, так. Господи, Кодзима, осуди, я молю тебя. Там не было бомборда. It's all blue. I change my hair every week. Сережа сбрил брови сыну. Понял, когда несешь чай с кухни в комнату. У нас так человек в школе ходил. Стабилизатор расстроен. Попробовал свой товар. Оп, хорошо. Приехал на Думскую в Питер, блядь. Я смотрю в твои глаза. Это наш вчерашний стрим, да, блядь. Пять жителей. Ты по-прежнему живешь вне закона и делаешь все, что хочешь. Да. Какая наглость. Сколько у тебя уже детей и чем они занимаются? А, около 5000. Это реально, блядь, я с Иисусом разговариваю, блядь. Сбился со счета. Они на твоей фамилии? Ты им финансово помогаешь? Да. Как? Бесплатно. То есть и в правительстве Украины ребята твои есть, да? У тебя, я помню, была знаменитая картотека. Я смотрю в твои глаза. Нет, это пиздец возьмет. Сейчас этот эффект покажет, какой ты сок. Добрый. Угадал. Молодец, эффект. Наебал четко. Апельсиновый. Какой апельсиновый? Добрый ты сок. Можно, блядь, в принципе, засчитать. Бля, мне кажется, апельсиновый сок томат, я люблю. Молодец, эффект. Томат. Угадал четко. Сейчас этот эффект... Бля, вот тиктоки фриков. Вообще я в шоке, блядь. Какая-то такая хуйня залетает непонятная. Black pencil, green pencil, big banana pencil. Ой, блин, не могу я. Ты такой приколист. Это уже какой-то один мужичок, да? Чего, блядь? У меня очень плохой коннект с этими фломастерами. Они никогда не рисовали у меня, блядь. Я причем... Это что-то другое, это не фломастер, это что-то другая хуйня. Ну, краска, наверное, какая-то. А выпрыскивает. Ой. Бля, ой, а вы чувствуете, что, понял, вот когда вот эту хуйню отрываешь, так, вот прям такое облегчение какое-то, нет, когда вытаскиваешь, да, блядь? Да, есть такое. Греем. Опа, она нагрели. А, это попкорн. Попкорн не в вену не уколоть. А ты не пробовал. Сейчас в ебало отлетит. Это трусы в трусы, блядь. Или что это, блядь? Ножницы так делают. Что это, блядь? Ножницы. Опа. Ну это я зубами так дробил, блядь. Бобёр ебаный, блядь. Так, проверим. Ну-ка. Здравствуйте, здравствуйте. Заднеприводный? Да, Амерс. Ну-ка, набери мне. Ура! 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 Миша, объяснись. Миша, пиздец! Это я их, что ли, завожу? Миша, пиздец! Что это? Это голубь!
Это умный голубь. Нихуя он охуевший. И чё? Ты чё вообще? О, яйцо. А чё наёбнуло? Спасибо. Блять. Карма. Бля, шо у них какие-то дебильные стулья, я не пойму, какие-то связанные, и столик, и стульчик одновременно. Взял с собой, блять, в свой рюкзачок, блять, американский положил, сложил, потом пришел, разложил, блять. Шкафчик этот еще ебучий, блядь, зеленый, да, 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 да. Шкафчик такой, у них даже нету таких шкафчиков, понимаете, с вишенками, с фруктиками, с животными. Я петух был. Ага. А последний оставляем и все. Что ты хочешь? Купаться хочешь? А что это? Ну ладно, пойдем. А что это такое, я не понял, блин. Пойдем. Не теряй. Пойдем. Почему шуба живая бегает? О, нет, я так не успеваю. Иди сюда. На. Всем привет, спасибо. Это Нигвин. Здорово, здорово. Привет, нет, ну я не верю, кстати. Это потушечка моя. Давай. Давай, прыгай. Пойдем купаться. Носок, сука, бегает. Помощь нужна, да? Где-то 5 лет назад кто-то пил в носок, этот носок спустя 5 лет. Пойдем. Они же еще вроде спят вообще как мертвые. Че в тазике купается? Я в шоке, блядь. Купайся. Маленький еще. Блин, классный, милый. Нет, там змея. Нора, уже ночь. А оно какает в лоточек? Пойся, если да, то спать. Было бы здорово. У них клетка вроде есть своя. Я видел, как мужик вытираться, выгуливал. Вытираться сюда. Они случайно не воняют? Не. Воняет, все, пойдем теперь. Пошли. Да это на самом деле на такая хуйня, говорят, и крысы воняют. Пойдем. Они воняют только если их не мыть пойдем. Нормально, типа, если за ними не следить. Не, у всех свой животный запах. Что значит у? А то моему другу исполнилось 16, и он в Инстаграме пишет 16. О. Умственность. О, я осуждаю. Олег, это я, твой друг, ебать. Олег. Где Олег? На. На. Что он там носит с собой? Тихо. Он поднял плюку, пиздец. Вот это реально Олег, подумал, кстати. Блядь, не вздумай на меня, блядь, рогами своими, которых у тебя нет, кинуться. На. Я сам боюсь, давай. Но, видишь, все хорошо. Ляжу. Да не, ты успокойся, я тебе, блядь, сейчас стукну, как ёбнулся вообще. Его на какой-то стручок привязали, понял, он его выдернул и бегает. На. Как приручить дракона, на? Как приручить Олега? Да, я тебя стукну сейчас. Выёбывайся. Все, пока. Не боись, иди сюда. Смотри, лапки поджал. Он готовится сейчас еще в атаку, блядь. Да? Нет, плачу. Шампунь. Не, ну мамончик знатный. Блин, я думал, сам его будет тереть. Да ему, по-моему, нет. Он балдеет. Но мне кажется, он умер уже. Dead Inside, но ты, блядь. Я говорю, ему похуй. Это кто звуки издает такие? Он на дырке, походу, стоял. Бля, чат, я не знаю, это так, что-то как-то мне нравится такие видосы смотреть, я в шоке. Сидит, реально, моют какую-то крысу большую, охуеть. Ну вообще похуй, ты понимаешь? Ну, балдеет. Меня бы кто так мыл, блин. Блядь. Бля, да. Так, понятно, ее обоссыт учитель в следующую пятницу, а меня кто обоссыт? Алина. Бросит тебя.
за 2 часа. Через 2 часа. Опа. Ну как раз по таймингу подходит все, стрим офнишь и пи***ц. А за что? А вот знает, а вот Таро, все. Нагадали тебе так. Ух ты. Блин, какая работа, блядь, опасная. Ну, уважаемая, я имею в виду. Давай. На балкон пройди. Чисто. Дерево растет. Сейчас я зайду, у него там нормально. Сейчас я зайду, зайди, посмотри. Давай. Балкон дальний. Пошлите! О, коверчик откинул. Ковер откинул, чтобы не намусорить, не наследить. Просто еще об этом даже подумал. Гений. А че приехали пожарные? Там школьник, 12-летний пасик, зарядил. Аж кудишку с помойки достал, блядь, перепаял. Сидит, хуярит. А кумчик заменил, сидит, одноразку ёбнул. Давайте собаку. А, блять, соб... такая собака испугалась. Да, это ну они мало денег получают, блин. Держите. Держите, держите. Все, выходим сразу, чтобы не поставить. Иди, держи. Я закрою, у меня почему не можешь завести котика? Потому что я в съемной квартире. Как будет своя, я заведу котика. Квартиру. Ну, тут есть съемная, где квартира. Маска такая стоит. Да иди на, блядь. Ля, сука. Крыса, смотрите, чат. Ебать, она почти с кошку размером. Чё будет сейчас происходить? Опа, на трио. Так, так. Чё тут по луту у нас? Вот, пожалуйста, собрались. Конфликт интересов, блядь. Да-да-да, сейчас, блядь, придется разбираться за мышь, ебать, с котом. Опа! А. Ух ты, ебать! Ебать, сейчас отработает двоечку, смотри. Опа, она! А. Все, улетела. Улетел. Передумала. Опа! Въебал жестко, смотри. Крыса, беги, вдвоем, говорит. На одного доебались. Крыса, беги! Нет, не в нас! это что за хуй, блядь? Там ловят нахуй кого-то. Я крысу хотел посмотреть, блядь. Че, покрышку поймал? Это мы на рыбалочке, короче. С Вадей на рыбалочке, хуй, короче, вот поняли? Такой ротан 3 метра, блядь, короче. Да-да-да-да-да-да. Бим-бим-бам-бам-бам. Бим-бим-бам-бам. Давай тяни, ну кто так рыбачит, я не пойму. Алло, Васян. Вася. Ой, блядь, сука. Подрыбачил. Вася. На рыбалочку поехали. С очком. Сверчок еб... Ой, блядь. Спалился. О, как он... Ай! Осуждаю! А я его просто... Я почему смотрел? Я хоть и осудил, но смотрю, потому что я ни разу сверчков не видел вживую вообще никогда. Я думаю, они побольше, кстати. Ну вот, вот эти гондоны, блядь, сверкают. Я думаю, они как эти. Как, типа, чуть меньше саранчи. О! Знаешь, для чего эту функцию сделали, Васян? Я вообще не понимаю, я думал раньше, что выбираться. Просто... Она, короче, сделана для того, чтобы вытаскивать мерин из грязи, понял, из песка, блядь, если он застрял. Да. То, что раньше люди педали, да. Автоматически. Не, он просто подпрыгивает, тем самым, понял, ну, ловит баланс и может выехать за счет этого. Но люди... Просто хуярит на нем, да, это а просто кайф. Ну, прикольно же. Вы... Тихо, ребята, а советский автопром ответ, поехали. Ох, ёп. Ну и этот немец нужен, блядь.
Фильтр Ким Кардашьян? Кто это? Кто такая Ким Кардашьян? Девочки, скажите мне, почему мне не должно быть... И почему все девочки в ахуе с них? Семейство Кардашьянов. Я просто не знаю, из-за чего они популярными стали? Шоу было такое. Бывшая жена. Большая задница. Хорошо, я понял, но это пацаны пишут, я так понял. Всем привет. Решил заснять видео про вот такой вот небольшой индикатор. Он способен выводить всего две буквы. Давайте проверим. Итак, буква А. И сейчас перецепим. А зачем? И буква Б. Это демонстрация работы. Всем привет. Решил заснять... Бля. Бля, сука. Не знаю, насколько вам будет полезно. Наконец-то фалоимитаторы дегустируем, Конор. Let's go. Лайфхак, но многие просили меня испытать его на себе. Тут девушка показывает, что если взять длинный пластырь и наклеить на лицо вот так, а затем нанести тени для глаз, то получится идеально ровные стрелки, но главное симметричные. В принципе, можно в принципе трафарет на бумаге вырезать, наебало налепить и баллончиком покрасить. Тоже, в принципе, одно дело, блять, вот такой вопрос у меня. Эти усложнения, блять. Ну а я, Конор, и я проверю, так ли это на самом деле. Это странно, пи***ц, ну-ка. Конор, а какие-то очевидные вещи проверять? Это же не требуется проверка, это будет работать. Я этого в химках играл. Хорошо, а есть, Конор, лайфхак какой-нибудь нужно проверить? Как ровно мне наклеить пластырь? Лайфхак для лайфхака есть? Я не уверена, что я наклею ровно пластыри эти, чтобы ровно нарисовать стрелки. Чё мне делать, блядь? Ну вот, смотрите, криво наклеился. Вот я об этом и говорил. Бля, ну и хуй, боже, чел. Так, этому на территорию РФ запретить въезд. И выезд. Да. Нет, выезд можно разрешить. Ты чё, чмо, ебать? Что у тебя, блядь, груши две висят? Иди отсюда. Кыргызстан, блядь, непобедимая страна. Я всё видел в этой жизни, всё видел. Вот она, моя машина, вот я её могу открыть, закрыть. Да, все, ничего. Вот. Вот велик, как мы припарковали, да, ничего такого. Себе забирай, значит. Ну вот, просто я не знаю. Не, Кать, не хочу, сори. Кыргызстан. Лёва, почему твой ноготь был у меня в носке? Да, это твой. Нихуя? Ладно, прости. Я все понимаю. Лёва, почему... Ладно, прости, говорит. Бедная, мне ее жалко. Бля, это что, курятник? Бедный, за что его? Все, увы. Вот они, настоящие политологи, сидят в чате тут. Блин. I don't care about you or anything you have, including your car, apartments, fights, yachts or anything else. I have no interest in any of it. Bentley, whether FCK, FCK Maybach, whether Rolls-Royce, whether Bugatti, FCK, whether 100-meter yacht, I don't give a shit about it, you understand? How many women are you sleeping with there? What type of women? I mean, are they stunning or elegant? Wow, you're really living it up. I don't care about it, you know? With my vast knowledge, I feel immensely fulfilled, as if I have existed for... Вы понимаете, что мы можем теперь все наши мемы, всеми нашими мемами поделиться? Как на родном. Да, да. Это кайф. Продолжу рифму без мата. Учитель с класса выгнал нас. Верни хоть ранец. Водолаз. Хорош! Я живу, как батя воспитал. Я ваше мнение узнавал. Правильно. Пусть кусают комары. Все равно дадим. Хорошей еды. Правильно. Фак. Продолжу рифму без... Красиво сказал. Как и просили, обзор на моего кота. Let's go. Зовут этого красавчика Volkswagen. Почему? Все просто. Первое, потому что он машина. А второе, пошел у него поссать. На лбу написано. Вот видите, W. Буква M машина и W Volkswagen.
Майбах. Это первый в мире единственный кот, который приучался к лотку в стиле русскоязычных рэперов. Но научился он все-таки не до конца. Ведь иногда Volkswagen Passat может сделать мимо лотка. Также совсем недавно я его уговаривал перенести ночные тык-дык-тык-дык-тык-дык на дневные в стиле русскоязычных рэперов. Но, к сожалению, это не помогло. А еще Volkswagen очень любит слушать музыку и обладает умопомрачительным музыкальным вкусом. Ладно. О май гад. Рататуй. О май гад. Какой вы красивый. Бля. Я пытался соответствовать. Я надел все, что у меня было экстравагантного, да. Но я не угас. Туфли, брюки, все. Для тех, кто хочет закончить просмотр этого интервью сейчас, сообщаем, в конце мы разденемся. Я вас понимаю, но я на такое не готов. Скажу вам сейчас, $900,000. Мы разденемся в конце. Зачет. Хорошо. Впервые вам об этом скажу. Просто чувствую родственную душу. Голубого периода у вас не было? Кого? Голубой период. Нет. Какой период? Нет. Серьезно? Извините, мест нет. Вы не оправдали моих надежд. Мест нет. Ну, давайте перечислим, чем вы занимались. Вы состоялись как богатейший человек, миллиардер. Ваня. Блядь, чё? Что-то зуб вылетел у типа, блядь. Блядь, не, ну это вообще уебан какой-то, блядь. Лай-лай-лай-лай. Все, короче. Чё? Пацаны. А? Меня вмазало немного, а я всё, спать пошел. Давай. Кто это говорит? Все, давайте, все, спокойной ночи. Это вы уёбок на Миша, блядь. Я говорю, уёбок. Чел сам говорит, попросись моей нейронкой, что спать пойду. Я сейчас видосы слушаю, я вслушиваюсь в голоса, думаю, что это нейронка везде, пиздец.